Мы передали украинским властям 36 солдат, нам передали 31. Сегодня, дай бог, передадут еще остальных 5. Как бы над этим тоже работаем. Они якобы просто физически не смогли их доставить в точку. Вот. Ребята, скажу честно, все в ужасном состоянии. Один по моему заявленному списку, это, не буду пока назвать фамилию, по моим данным, сведениям, ребята рассказали, что он просто скончался, он не доехал. Поэтому вместо него дали как бы другого человека, тоже раненого. У одного травма копчика, то есть он вообще ходить не мог, мы его на носилочках перенесли в скорую помощь. У второго была, насколько я помню, с ногой травма ноги, это огнестрельное ранение. Вот. Ну, ребята все побиты, истощенные, то есть вот такого вот плана. Эмоции все просто на взрыве, то есть ребята рассказывают, как их били, как их унижали, как вот эти вот все мешки на голове и так далее. То есть эмоции, вы понимаете, люди просто подавлены морально.